Единороссы проводят неделю приемов пожилых граждан по социально-правовым вопросам. В Губкинском на них отвечают представители фракции «Единая Россия» в городской думе. График размещен на официальном сайте представительного органа. Неделя приема приурочена к Международному дню пожилых людей. Проблемы разные бывают. Бывают проблемы жилищного характера. Что-то в доме нужно помочь. Придомовая территория не убирается или еще какие-то вопросы. По мере возможности стараемся решать. В Губкинском уже прошло 5 приемов пожилых граждан. Еще один состоится 9 октября с 14 до 16 часов в местном отделении «Единой России». Добавим, Всероссийская политическая партия стала инициатором проведения в стране недели приемов пожилых людей.